Гонки, да? Да, смотри, да. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe. Lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. The air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Привет, дамы и господа, добро пожаловать на новый влог. Мы находимся на самом западе Ирландии. Буквально недавно мы были в Северной Ирландии, в самой северной ее части, на тропе гигантов. А сейчас мы находимся на Down Patrick Head. Откуда произошло это название, я вам сейчас все расскажу. Почему мы приехали именно сюда? Потому что здесь просто обалденно. Свежий воздух, красивая природа. Сегодня погода просто на 1000%, ни одного облачка. Посмотрите, посмотрите на эту воду. Бирюзовая, прям хочется нырнуть, выпить ее, я не знаю, окунуться в нее. Ну, красиво. Пойдем дальше на самую гору, на самую окраину. Друзья, это место имеет печальную историю. Примерно лет 10-15 назад мать с детьми спрыгнула сюда. Она сбросила одного ребенка, а второго младенца на руках держала и спрыгнула вместе с ним. Все они погибли. Очень трагический момент, конечно же. После этого обнесли все вот таким забором, чтобы как-то оберечь людей, обезопасить. Но, как говорится, если кто-то хочет прыгнуть, он прыгнет, и такой забор точно не будет преградой и помехой. Но очень трагично и печально. Вроде бы невысоко, но там камни, и до свидания. Полтинник у тебя был, бумажный ложи, под него. А зачем оставляешь? Ну, чтобы, может, на это, на счастье. Думаешь? На богатство. То есть ты не знаешь для чего, ты просто увидел. А, да? Ты такой? Ты верующий? Да, очень. Веришь в Бога? Патрик мне поможет в этой жизни. Это место называется Down Patrick Head именно потому, что святой Патрик, вот на этом месте мы сейчас находимся, тут была раньше церковь, храм. Он возвел здесь храм, и люди приходили сюда молиться. Вы знаете, Ирландия и святой Патрик — это как одно целое. То есть нельзя представить Ирландию без Патрика и Патрика без Ирландии. Даже после того, когда эта церковь была разрушена, люди все равно сюда приходили. Это было такое паломничество. Люди со всего света, верующие, ходили именно сюда. Но еще это место называется, вот место, где мы находимся, называется место с когтем дьявола. И почему с когтем дьявола, я вам сейчас тоже покажу. Это просто обалденно. Вот она, да.
знаю, что рассказывать про это место. Здесь просто нечего говорить, а надо приезжать и смотреть. Дух захватывает. Нам с погодой повезло, запустили дрон, а не то, что в Белфасте. Здесь прям идеально. Ну, ветер здесь есть, но дрон нормально выдерживает эти нагрузки, слава богу. Поэтому кадры получились отменные. Место настолько красивое, насколько и опасное. Вы вроде подходите вот на эти вот, на самый край, а там под низом ничего нету, как балкончик. Очень опасно, надо быть бдительным на все 100% здесь. Но воздух такой свежий, да? Вот здесь океан, а с Дублина там море, там другое, другая тема. К машине? Бля, балдеж. Тут вот вообще ветра нету. Просто идеально. Красота. Вот иметь дом вот где-нибудь там, даже ближе, да, к берегу. У тех людей тоже виды просто обалденные, безусловно. Но если еще ближе, то вообще кайф. Тут, понятное дело, земля ближе, наверное, не продается. Может, продается, но нельзя строить ничего. Даже мы сейчас находимся, это частные владения. Забор, все, это чья-то земля. Там даже было написано, что вы входите на территорию. Просто это частная земля, обязана быть открыта для посетителей. Вон там какие-то ямы. Я вот не могу найти эту бомбежку. Тут была бомбежка, бомбили, вот бомбы падали ими сюда. Ну, как-то какие-то знаки были, указатели. Сейчас я просто ничего этого не вижу, к сожалению. Но это точно было. Кратеры какие-то. Ну, не знаю, это не это, но что-то не то. Ну что, понравилось тебе Рональдо? Это Рональдо на пенсии, посмотрите. Это место находится от моего дома примерно в 1.5 часа езды. Но это того стоит. Ну, мы почти час с тобой, да, ходили, Рональд, здесь? Да. Час даже чуть больше. Реально это того стоит. 1.5 часа проехать в одну сторону, в другую, того 3 часа. Но это реально того стоит. Очень красиво. Парковочка, идем уже назад. Кстати, на парковке чаще всего, ну, в нормальную погоду, будет стоять фургончик, в котором вы можете приобрести кофе, чай, печеньки, бутерброды, я думаю, даже какие-нибудь. То есть все это есть. Туалет, наверное, только нету, да? Ну да. Что-то... Я вот в туалет хотел бы сходить. Слушай, вообще как-то круто, блин, так обалденно. Вот просторы выходишь. Ну там купаться можно. Прям круто. Ты можешь купаться, по сути, где хочешь. Тебе никто не запрещает. Просто смотри на свой страх и риск и знай лучше где. Из погоды фартануло. Это так называемое бабье лето. Еще у них называется индийское лето, Indian Summer. Типа жарко. Но все, уже потом, завтра, по-моему, еще более-менее, а дальше уже начинается. Температура воздуха ночью уже падает до +8, сегодня у нас +20, ночью будет +8.
То есть температура будет уже падать, падать, падать. Начнется у нас сезон дождей. Будем топить, греться, просыпаться, когда темно. Возвращаться с работы, когда темно. В общем, начнутся суровые зимние ирландские будни. Они такие длинные, тянутся долго. Лето всегда круто. Надо переезжать в Испанию. Но в Испании такой красоты нет. В Испании есть красота своя. Там больше желтизны, а здесь зеленая, изумрудная, красивая. Кстати, время, в которое мы приехали, тоже прям идеально. Мы приехали в 5 часов вечера, сейчас 6. Солнце уже не так высоко, и картинка совсем другая. Когда солнце сверху светит, посмотрите, ну посмотрите. Такое вот меню, горячая еда, бургеры, но у них... Milk, little bit, please, yeah. Okay. You like it strong? Medium, yeah. Okay. К сожалению, мы ничего не купить здесь не можем, потому что у них закончился керосин, солярка что-то, не знаю, чем они жарят, не знаю. Я думаю, все закрыто. Что ты, чипсы? Возьму. Чай, кофе? У меня сидр есть в этом. Я знаю, нет, так я... Это, возьму баночку пока. Я знаю, что ты знаешь. Это меня и пугает. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это место. Обязательно сюда приедьте и обязательно ставьте свой комментарий по поводу того, что вы увидели. Это очень важно. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Не прощаемся с вами надолго. До следующего видео. Пока.